Современное медицинское оборудование стоимостью больше 6 миллионов евро получат 5 кишиневских больниц. Грант на модернизацию предоставило посольство Японии ввиду вызовов, возникших перед молдавским здравоохранением на фоне войны в Украине. Первой оснастили республиканскую клиническую больницу имени Тимофея Машняги. Весь мир увидел ваше доброе отношение к украинским беженцам. Заметили его и в Японии. Правительство Японии гордится сотрудничеством с Молдовой и продолжит оказывать вам поддержку на пути к членству в ЕС. Мы хотим, чтобы усилия Республики Молдова и Украины, направленные на обеспечение хорошего управления, единства и независимости, были воплощены в реальность в ближайшем будущем. Первая партия, поступившая сегодня в республиканскую клиническую больницу имени Тимофея Машняги, обошлась в 370 тысяч евро и включает в себя современные многофункциональные операционные столы, которые можно использовать как для проведения традиционных, так и эндоскопических операций, операций на глазах, трансплантации. То есть их можно использовать в разных операционных, что очень важно. Получили и носилки, которые также очень нужны. Они тоже многофункциональные. Их можно использовать для перевозки пациентов из одного отделения в другое, например, в отделение интенсивной терапии. Ежедневно в республиканской клинической больнице имени Тимофея Машняги проводят около 100 хирургических вмешательств. Директор медучреждения отметил, что новое оборудование позволит оптимизировать процессы. Чем современнее оборудование, тем больше у него модулей и возможностей вести мониторинг состояния пациента. Оно позволяет врачу значительно сократить процессы по уходу за пациентом. Чем комфортабельнее операционный стол, чем удобнее оборудование, тем меньше длится подготовка пациента и хирургическое вмешательство. Современное оборудование стоимостью около 200 тысяч евро получил и Институт скорой медицинской помощи. Эти 16 носилок и 5 дефибрилляторов – первая часть средств технологического оснащения, которые позволят открыть наш новый операционный блок. И этот блок облегчит нашим коллегам применение новых технологий. Мы будем использовать новые технологии для спасения как наших соотечественников, так и беженцев, которых, как вы отметили, мы приняли с открытым сердцем. На средства гранта приобретут также оборудование для Института матери и ребенка, онкологического института и Кишиневской муниципальной больницы Святой Троицы. Установят новые устройства и научат работать с ними японские специалисты.